Есть волшебное слово, которое всегда творит чудеса. Но почему-то некоторые продавцы используют его крайне редко. А ведь это первое, что нужно сказать вашему клиенту после заключения контракта. И это слово «благодарю». Я замечаю, что некоторые после заключения сделки бросают своего клиента и просто идут продавать дальше. Это ошибочная позиция, потому что когда человек видит такое отношение к себе, он чувствует себя использованным и оскорбленным. Он может начать сомневаться в своем решении и даже может его отменить. Клиент не ваша собственность. Вы не можете поступать с ним так, как захотите. Нужно всегда показывать ему уважение. Когда человек у вас что-то покупает, он покупает не только товар и вашу услугу, он покупает ваш сервис, вашу компетентность, ваше общение с ним, ваше участие. Он выбрал работу именно с вами, а не с кем-то другим. За это ему нужно быть благодарным. Не просто быть, а еще и говорить об этом покупателю. Поблагодарите его от всего сердца. Это укрепит доверие между вами и откроет новые возможности для вашего сотрудничества.